нас сегодня небольшой трек, 4 километра в горку, правда. Мы идем в деревеньку Иннердален. Это очень красивое место, деревня находится у подножия просто сказочной горы. Сейчас покажу вам. Здесь немного. По правде сказать, мы встретили всего две семейные пары с детишками. Как всегда, мы одни ходим среди этой красоты. Посмотрите! Это же сказка! Все домишки в этой деревне с зелеными крышами. Рядом очень живописное озеро, маленькие водопадики и вокруг горы. Есть малюсенькие домички, хорошенькие, симпатичные, но там никого нет, никто даже не вышел нас встречать, и, судя по всему, здесь вообще никого нет сегодня. Перед собой вижу огромный водопад. Вот, глядите, вот он огромный, его слышно очень хорошо, он так шумит. Ребята, я в таком восторге нахожусь. Это просто какая-то фантастическая природная красота. Вот я опять счастливый дурачок. Я проголодалась. Еще часа три ходить. Большая ошибка не брать с собой вкусняшки. Насколько мне известно, Иннердален — это не очень популярное место среди туристов. Возможно, я ошибаюсь. Поэтому напишите в комментариях, если вы видели где-нибудь на фотографиях в интернете эту прекрасную деревню. Или, может быть, вы видели своими глазами и были здесь. Напишите об этом. То же самое, если вы никогда не слышали об этом прекрасном месте, тоже напишите. Мне просто любопытно, знают ли люди о существовании такой фантастики на нашей планете. Со своим спутником я потерялась где-то уже более часа назад. Возможно, он меня ищет, поэтому мне нужно возвращаться потихонечку. Норвежские треки хороши еще тем, что с собой не нужно тащить воду. То есть вы можете взять какую-нибудь емкость или использовать свои собственные кожаные ладошки, чтобы напиваться из горных ручейков, водопадов и источников. Вода здесь вкуснейшая, чистейшая. Возвращаемся обратно. Мне очень понравился сегодняшний трек. Невероятно красивое место, потрясающая деревня. Очень красивая скала. Она мне напомнила, кстати, наш поход к Маттерхорну. Клип я делала года 4 назад, если не больше. Тоже было очень красиво. Скала была в форме акульего плавника и фантастическое озеро. Есть что-то, какое-то сходство. В общем, друзья, если вас закинет в Норвегии, в эти края, не упустите возможности забежать в долину Иннердален, посмотреть на эту гору вулкан и посетить деревушку с зелеными крышами. Фантастический закат. Просто самый лучший. Так выглядят маленькие норвежские городочки в праздничные дни и выходные. Я на улице одна. Со мной только чайки. И никого нет. Кстати, время сейчас уже почти 10 вечера.
Вот смотрю я на всю эту красоту и хочу есть. Ну, правда, я хочу борща. Или, не знаю, макарон на крайний случай. Это сухомятка норвежская. Мне сегодня желудок, сказал Аня. Может, хватит бутербродов? Покорми меня чем-нибудь нормальным. Эх, Норвегия. Ради тебя, конечно, стоит пожертвовать даже своим здоровьем. Чайки кричат. Чему этот звук считается романтичным? Они же кричат так, я не знаю, как будто бы дьявола вызывают. На часах 10:30. Солнышко все еще на небе висит, его видно. Светло, как днем. Но пора двигаться в дорогу. К завтрашнему дню мы должны добраться до Биргена. В прошлом году я была в этом городе, мне очень понравилось. Что-нибудь запишу вам оттуда интересное. На сегодня все.